нас сегодня эмоции. Thank you.
катиться на осле, ибо в Италии это такое обычай. И я тоже решила это попробовать. Мы имеем честь общаться с неким доминиканцем, которого все считают святым. Я лично в это не верю, ибо на завтрак он выпивает графин вина, а напоследок графин крепкого вина. Я сам имел честь обедать с этим доминиканцем. Вот, за обедом он съел целую тарелку птицы, 5 кусков груши, яблоко, 5 стаканов молока, причем все это с лимонами и с мясом. Ольга! Адьё! Будь здорова! Целуй за меня маме руки. Всем, кто меня знает, мой поклон. Ну, что пишет Ольга? Так, ничего. Теперь мне надо написать еще 14 номеров, и тогда я готов. Хотя терцет и дуэт можно спокойно считать за 4 номера. Я не могу тебе много писать, ибо я ничего не знаю. А во-вторых, я не знаю, чего я пишу. Потому что все мои мысли только о моей опере. И есть опасность написать тебе вместо слов целую арию. Thank you.
что? Кто у нас сегодня Моцарт? Я. Здесь мир на Свинского рец. Шальной певец свои молодые годы постановил с годы. На свете полон сил он вдруг почил. Друг у могилы сеть слезой пролей. Он верным другом был, хоть шалил. Скворец он был славным и благонравным, но пробил смертный час, и он угас. Теперь он в лучшем мире, а на лире кладу ему бою. Он из рая не ждет привет прощания за то, что я печален. По мере сил своих слагаю этот стих. Чудесные, но членами нашей академии становятся только солидные взрослые музыканты.
Мой сын отмечен Божьей милостью. Он гений. Ему придется пройти трудное испытание наравне с другими. Ну, кто сегодня Моцарт? Пожалуй, я. Мы запрем отца и сына в разные комнаты, чтобы отец не смог помочь сыну. Отлично! Отец, не думайте, что я прихожу сюда только ради... Нет, она прекрасно играет, тем более я всего лишь заменяю ее педагога. Ну, пожалуйста. Thank you.
занимался музыкой, никто не осмелился бы допустить в отношении тебя ни малейшей шутки. Однако, со временем, как мне кажется, ты стал немного опрометчив. Твое доброе сердце является виною тому, что в людях, которые восхваляют тебя, превозносят до небес, ты уже не видишь никаких недостатков и готов немедленно подарить им свою дружбу и любовь.